Первый момент. Да, с одной стороны, я понимаю Ханта, то, что он был претендент на мейн-спек. Окей. Да, я понимаю Вара, то, что он не хочет отдавать вагону, грубо говоря, шмотку. Окей, да, я понимаю. Но давай тогда будем честны, как бы. Окей, не хотите вы давать вагону, блядь, разрольте на офспек, чтобы Мы рулили. рольнули все шаманы. Мы рулили. А что, Трик не ролил? Содиум не ролил? Они не роли, это точно. Он же говорил, блядь, давайте паролим, все. Вопросов не было на этот счет. Он сказал, я не отдам топ ханту. Смотри, ситуация была такая, Влад. Хант надамажил на косарь меньше всего, чем этот вар. Подожди, нет, ситуация была другая, блядь. Мы взяли Ханта, он просто, блядь, ебать, ну, не в обиду ему, он просто затупок, просто пиздец. Я не знаю, этих челиков ни разу не видел. Ну, Во-первых, он скачивал я бис начал 10 говорить, ты минут меня 20. перебил. Это во-первых. Да, Ты говори. дослушай, а потом. Давайте по очереди, да. Вот. Да, как бы, да, тупил, тупил. Но помню, это был на X3 чувачок. Я такой бегу. Хант. Поначалу он тупил. Поводили, поводили его, даже по тем же десяткам, он все нормально. Потом видел, что получилось из него. Как бы все окей. Степа! Вот. Его попросили сделать аспект. Он слетал, сделал, прилетел. Он на косарь меньше ДПС отдал. Но при этом он гораздо больше увеличил ДПС рейда. Получается, из-за него мы закрыли Тадиуса. Ну. Почему он не претендует на мейн-спек? То, что он, во-первых, он в гильдии состоит. Во-вторых, он принял КД и пошел с нами. Его попросили, он сделал это. Почему не отдать ему шмотку? Ну, тут я, в принципе, согласен. Ну, тут Войт, ты тоже ошибся, тебе надо было. Я знаю, что я Я ошибся, смотри, что я я всегда, посмотрел когда. уже. Да, всегда кидаешь на ролл токен. Кто выиграл, подошел, посмотрел. Ага, у него есть. Все, до свидулина. Следующий парол. Ага, у него есть. Тоже до свидания, нахуй. Третий парол. Ага, у тебя нет. Все, пожалуйста, отдал. Это я знаю, что я ошибся. Ну, как бы, просто, скажем так, вар, ну, блядь, он тоже не прав. Начнем с того, что вар, вот этот вар, который. Я не могу сказать, что он там топ-игрок какой-то. Он дамажит хуёво, как бы. Камни чарки, ну, что-то более-менее где-то там, блядь, за углом есть. Я не могу сказать, что он топ какой-то, что он имеет право себе забрать на офф-спек токен и решать, кому он подходит, кому он не подходит, блядь. А, Влад, перебью. Ну. На лоскутике был. Это, в принципе, манекен для миликов, правильно? Ну. Он был на последнем месте, на 15-м. По ДПСу. На Подожди, 15-м. у вас котик позавчера был уже, что ли? Да. А у меня сохранились все эти логи. На последнем месте он был по ДПСу. Но Ханта не было в тот момент. Ну, понятное дело. А на Тадиусе, при условии, что Хант стоял вдалеке, он не получал баф от всех для того, чтобы просто не умереть. Может, у него интернет лагает или что, как бы на его совести уже. И он дал на косарь меньше ДПС, чем этот вар. При условии, что вар получал на 130% больше ДПС урона. Ну, ну, ты меня Ну, понял. понятно, да, это мемо, Вот. 10% баф. Нет. От плюс-минус это все. Знаешь, прибавка-то Да, шла. Вот. плюс еще Теперь это. нам теперь выяснить, кто из них вагон еще оказался. Кто полезнее оказался в рейде. Но мне вот интересно, кстати, вар этот, он стакал раскол брони вообще? Просто по опыту, который я видел до этого, пока я не начинал вливаться, раскол брони никто не стакал. Но если есть протик, то там и не надо, так, в принципе. Да, Ну, понятное дело, но вот вчера. Короче, это все полная Че, Миш? хуйня, блядь, за 1000 УД, нахуй, такой срач. Сейчас, Содин, я тебе скажу, знаешь, что мне тебе не именно не нравится? Не в обиду тебе, Да. а вот ты вроде взрослый человек, да, но ты начинаешь такую хуйню, типа, я, если что-то не нравится, я ливну,
все, я не пойду с ним, я не пойду. Вот с орехами то же самое было, типа, я ливаю, блядь, все, до свидания, без меня. С варом то же самое, типа, ты на этом играешь, типа, блядь, я ливаю, все, до свидания, нахуй. Давай таким не будем. Начнем с орехов. Меня оскорбили, я ни слова не сказал в ответ, вообще ни слова не сказал в ответ. Ну ты же вроде взрослый челик, блядь. Зачем? Ну, а зачем мне терпеть, когда меня оскорбляют? Ну, блядь, возьмите в комнату, уйдите, нахуй разберите. А зачем мне в комнату? Зачем мне это уходить, скажи мне? Ну а зачем мне это слушать, типа, блядь, я ливну, вот я пришел, да, на РТ. 24 человека, 23, допустим, сидят, вы вдвоем сретесь, и ты говоришь, ну все, я ухожу, блядь, типа, ты хил, да, мы без тебя не сможем дальше пройти. Ты говоришь, ну все, я ухожу, пока ты не извинишься, и чё? А зачем? А блядь, давайте... Стопните. Давайте это вы будете потом между собой решать. Давайте, так в принципе, все... Все вот... Подожди, блядь. Ну дай мне договорить. Миш, что у тебя, блядь, за привычка, нахуй? Да, я договорю, и потом я просто выключу микро, можете дальше разговаривать. Загвоздка в чем? То есть, ну, как бы... Ты знаешь мою политику, Миш. Я человек такой, что как бы если меня тоже кто-то не устраивает, то я это начинаю как-то пытаться изменить. Либо убрать этого человека вообще, либо так далее. Мне рассказали о том, что, допустим, он не захотел спекаться на глуте. То есть, когда реально нужен был танк, ну, нормальный танк, человек просто отморозился. Расскажите да мне потом. Мне, ну, давай, похуй, давай, мне похуй, почему он решил не танчить, мне похуил абсолютно. Но почему должен спекаться ДК внушения, который дамажит гораздо больше, чем этот голимый вар, блядь? Почему рейд должен терять ДПС просто из-за его какой-то прихоти? Ну, про почему? Танк. Сейчас тебе скажу про танк. У вас есть танк, ну, пал, варм был, да? Он создал палу, челик убивает топ-шмотки, ну, он типа... Ну, блядь, считай, ключевое звено танк. И он не может, допустим, там, за два дня купить себе сокеты, блядь, поставить, да? Он идет на РТ, он идет на два часа, ну, и все, говорит, ну, все, я ухожу, типа, ну, нормально. И ему шмотки отдают анроллом, просто анроллом, типа, не тому же вару, там, допустим, да, не спрашивают, типа, кто хочет потанчить, там, или еще что-то. Челику просто шмотки дают анроллом, и он, ну, типа, ну, похуй, отдали, заебись, не чарит, ничего, не сокеты, там, големы какие-то. Он сегодня обещался сделать это. Ты бы для начала разобрался, почему я сокеты не поставил, все это. Да я на тебя не гоню, типа. Ну ты не обижайся, правда, ведь. Типа, я не против никого. Ну это я, ты про меня говоришь. Я не обижаюсь. Я тебе просто говорю, ты сначала разберись, а потом говори. Я понимаю. Ну, смотри, подожди, подожди секунду. Стопните, сейчас я скажу. Смотри, вот допустим, рассматриваем мы ситуацию. Его просят спекнуться, ну, чисто там, блядь, на одного, на два босса. Этот человек танчит постоянно. Но давай логичное умозаключение приведем. То есть есть постоянный танк, который весь рейд, абсолютно весь рейд идет танком, и он ролит только на танка. Ему нужны только танковские шмотки. И есть ДД с офспеком танка, которого просят спекнуться там на два, на три. Но, в принципе, учитывая, что мы в три танка ходим, то его... Его бы не просили спекаться вчера, если бы я был. У нас было бы три танка, и мы спокойно бы танчили. Но в данном случае не хватает одного танка, который по личным своим причинам не смог вчера присутствовать на РТ, потому что я, блядь, домой приехал только в полвторого ночи. Ну все, я против тебя, блядь. Вот. И получается, в чем загвоздка? То есть человек просто забил хуй, скажем так, на требования РЛ. А почему, собственно, вот смотри, выпадает танковская шмотка, она нужна одному из трех танков, то есть либо Войд, либо Тагариус, либо я. Меня вчера не было, соответственно, кто остается? Войд, Тагариус. Это в первую очередь те ребята, которые танчат постоянно. Постоянно, целый рейд, они идут танком. Теперь давай логически подумаем. Так, отдать шмотку танковскую человеку, который спекается на два босса, или отдать человеку, который танчит весь рейд? По-моему, логично то, что отдать шмотку надо тому человеку, который танчит весь рейд. Они сейчас полутаются, вот основные танки полутаются. Потом, блядь, вы постоянно все будете ходить, блядь, вот хоть, сука, магом забирай шмот на танк. Похуй вообще, потом этот шмот никому не нужен будет. Всем оденут этот, сука, офспек танковский.
в чем, блядь, проблема? Я вот не понимаю реально иногда, ребят, я вот смотрю, вроде вот реально, ребята все взрослые, вот сам ты тоже говоришь, Содиуму, ты вроде пацан взрослый, ну что ты типа вот так ведешь себя как ребенок? Так, блядь, а ты посмотри на этого Вара, то есть он не как ребенок себя повел. Он повел себя, блядь, абсолютно как ребенок, нахуй. Просто, бля, мне не отдают шмот на танк, и я теперь не буду спекаться. Да иди ты нахуй тогда, блядь. Зачем ты в рейде тогда? Зачем ты, сука, тогда в рейде? Если дамаги от тебя, блядь, 3,5 косаря ДПС. Во всех рейдах я его вижу внизу аккаунта. Хотя армсом, если он нормально им займется, блядь, ставит гемы, почарит, блядь, нормально ротацию свою поймет. Он будет давать те же 4 с половой, 5 косарей. Он этого не делает. Ну так хули он выебывается на остальных? Кто ему давал право, блядь, о себе какое-то самомнение раздувать? Не хочешь ты дамажить, блядь? Так и скажи, пацаны, все, я теперь только танк, нахуй. Окей, ходи танком. Никто не против, нахуй. Ну просто вот меня это выдрачивает, понимаешь, постоянно вот. Я это заметил еще с X1. Если меня, блядь, нету на РТ, там, 25-ки, нахуй, по-любому какая-то хуйня, ну, произойдет. Вот по-любому, блядь. Что-то произойдет, я, по-моему, прихожу и думаю, ебать, а что было, нахуй. Я, ну, понимаю, тебе, что наверное, если... наверное, Василиса сказала, что я думаю на этот счет. Ну, да, она говорила, там, твое мнение, она говорила, то, что вы там, ну, все в ДИСе что-то срались, ну, в итоге... Типа никто не срался, там хуй со всем. Ну, не срались, а обсуждали, мусолили всю эту тему. Хотя по факту ее надо было вообще задавить. Ну, давайте начнем с того, что РТ-25-ки идет. Дайте, блядь, разговаривать только РЛу, блядь, и помощнику РЛов. Почему вот левые люди начинают свое мнение высказывать? Вы можете это все сделать, все эти умозаключения, все это обсудить, вы можете после рейда. Ну никогда, вот мы идем бить трэш, если РЛ сам начинает какую-то тему, да, вы можете, блядь, ее там поддержать, поговорить, но, блядь, это ж не означает, что надо постоянно, блядь, разговаривать. Меня это бесило всегда, и на X1, блядь, и на X3 меня это бесило. Всегда, ну почему такое происходит? Я этого реально не понимаю. Если люди, вот тот же там шашлычок был, который дохуя умничал, вот он... там запилил про то, что там, что вы как долбоебы и так далее. Меня это зацепило, я ему сразу это все высказал. Хотя Лодь пытался меня утихомирить, но он меня выдрочил. Потом давай вот ту же ситуацию с Варом разберем, которая была на том КД в ОСке, когда он говорил, что типа еще там кто-то писал, что это Сава работает на моба в ОСке. Какое, блядь, Сава? То есть Сава срабатывает именно в те моменты, когда у меня сбивка станет на КД, и я сбиваю каст? Вот именно в эти моменты срабатывает у них сало, или что, блядь? Мне вообще до пизды. Что там сбивается, что нет? Ну вот просто я тебе говорю, что люди начинают хуйню моросить какую-то, думают... бывает, когда формируется статика. Ну, понятное дело. То есть надо просто отсеивать таких людей. Ну, зачем они нужны? Ходить уже ЕП нахуй сразу. Типа, всегда такое будет. У челика есть ЕП, он берет и все, блядь. Понятно, что типа кто-то новый приходит, говорит, ебать, ну типа у меня 0 ЕП, блядь, такая хуйня. Ну типа вот как White Rabbit, да? Помнишь, я тогда забрал плащ и тело. Кто больше всех пиздел? White Rabbit. Говорит, типа нахуй, он там собирает топ-шмотки, да, там типа дайте курдак паролем. И просто челик на следующий день пишет, ну ебать, это друзей. Ну а потом он якобы к другу в гильдию ушел. Да, и такой потом ебать говорит, ну ебать, я тут челика встретил, да, прикинь, ты ему отдаешь грудак, да, и он такой говорит, ну я тут друзей встретил, ебать, спасибо за грудак. Этим нет, хорош консул-лут, но консул-лут и есть свои минусы, блядь. Дохуя, будет срач очень дохуя. Срача дохуя будет, знаешь, когда люди жадные и когда люди хотят какой-то хуйни неведомой, типа какого-то быстрого прогресса или еще чего-то. Если вот, допустим, Содиум, с ним можно пообщаться адекватно, с Владом можно пообщаться, типа, то консулут вообще никаких проблем не доставит. И ПГП тоже. Ну, блядь, я вот сколько на втором КД идем, у нас прогресс люди, вообще пиздат. Хотят все сразу получить и, блядь, идут по головам даже. Я пока да. Здесь соофнусь, попытаюсь до ханта моего добавить. Считай, на прошлом КД сколько мы Тадиуса оставляли, блядь. Если мы в 15, нахуй, да, на этом КД мы его уже, блядь, убиваем, я хуй на изи, блядь.
Если бы еще челики, допустим, пришли, те, которые были раньше, ну, типа, за место ханта взять того же Пуджа, блядь, типа, он бы еще быстрее упал намного. Чем мы сегодня? Кстати, я вот не понял прикола. БМ ханты, это дамажит же в Т5, да, нормально? То Т5, да. Это Т4. Нихуя не дамажит. А, БМ, БМ, да. Т5, да. Ну, до Т4 даже. Т4... Вот, а Т4 это сурвы, ебать. Т4 БМ вижу. Т4 сурвы, нет, Т4 БМ вообще. А сейчас на данный момент БМ больше дамага дадут, нежели остальные. Потому что... Ну, нету таких там плюс-плюсов больших. ММ, типа, мне почему-то ты казалось, даже, что ММ сам. Не-не-не, ММ без арпа ебать забей. Это вообще, блядь, Дакар и Гер даже. До ЦЛК ММ это вообще ни о чем. Плюс ханты, у них же ДПС от стрела апается, а нормальные стрелы только в ЦЛК, типа, они вообще нихуя не домашние. Меня на X3 пробегал хантом, сам лично. А, сейчас БМ лучше. На X3, ну у тебя было Т4, там прокол, ловушка взрывная, блядь, и плюс не, символ. Не, не. Еще когда был Накс со старта, я бегал БМе, и нормально было. Может быть. Потом Т4 я когда выбил, Степа! Ну, а когда Т4 выбил, уже перебился. Потому что вы... В РБК, та, это в ММе, ДПС, это такое себе, там на половину меньше даешь ДПС, нежели остальные. Ну ты в ММе не будешь дамажить до 1400 РПБ. 1400 РПБ, да, это надо вирису брать, который, блядь, стоит 3000, нахуй, 100%. Вон, Влада спросил, у меня был ММ, ебать, я принципиально играл в ММе, блядь, с урва не спекался, нахуй, просто. И все равно я проебывал. Они просто жали две кнопки, нахуй, разумные выстрелы, ловушки дали, и все. Но там целка, когда вышла, я себе вам как бы мама сделал 1400 в этот же день. Не знаю, у меня на X2 сейчас ПМ есть, я жму две кнопки нахуй, даю 35, блять, это вообще не парюсь. Да. Я хуёв, у нас хилов нет. На друида. Ну, друид забанен, как бы забанен пока сейчас. Ну, он и не разбанится, пока 5к не отдаст. Не, там на форуме было написали то, что пока забанены до разбирательств и будут проверять логи. Ну, типа, либо он специально дюпал, либо нет. Нет, я знаю его, он такой не будет фигни страдать. Ну я вот, кстати, перенес сейчас X3 на дворогу, и у меня на X3 он есть. Я хуй знает, что это за хуйня. Ну он еще до сообщения, когда было то, что включили, а потом еще до сообщения в Discord пошло то, что все работает нормально, как бы переносите. И там как раз был период где-то час или полтора между этими двумя сообщениями, и вот как раз в этот момент он попал. Я вчера вам говорил, что я купил ботинки за 4000, да? Сегодня они стоят 15. Просто 15 тысяч нахуй. Добрый день. Ебать, чуть императорский топаз за одну. Ну и типа Навара вы тоже не обижайте, нормальный челик. Я бы тоже ханту не отдал нихуя. Он же говорил вам, типа, я не против, да, чтобы рестер ролил, но ханту я бы тоже не отдал. Типа этот хант к нам нихуя никогда не пойдет. Приветствую. Что
что у нас 3-4 ДД и 2 хила даже, да? Ну, желательно аэродру и холя пала. Хамта бы нам еще пуджа, блядь. Фиджа? Да, пушка тоже. Вон сурфе. Да, она на аура. Да фох. Я уже вижу просто фичу рубаться по и Black Dark, и мне уже радость. Ладно, пойду покурю. Стою слишком далеко.
Миша. Кадыров. Блядь, он что, издится? Он курить вроде отходил. Слушай, Влад, а ты не в курсе это самое про этого Шамика, шамана? Он что-то говорил, что 2 дня без него ходили. А его как, онлайн не было или что? Что-то я не понял, короче, почему он сейчас... Ну, он заходит чуть позже. Я же тебе говорил, это мой шаман, который... Он заходит, он где-то вот ближе к 20 минутам. А мы тогда уже собрали, и у нас фулл-пати было. Его не дождались и пошли. А, он на эту хуйню обиделся, и он сказал, типа, не пойдет. Я у него спросил, что он за каким рейдом пойдет. Он говорит, да, наверное, с фулловым пойдет. Ну, с нуля пойдет. Ну да, но это КД с нуля пойдет, наверное. Ты холипалы нашел? Ну, какой-то плюсанул. Да, я думаю, может, 4 хила, в принципе, и хватит. Живые Хейган, Лотхи, Салферон и Кельтузат. Интересное самое. А с всадников упал Апокалипс? Или это Армагеддон, не помню, как это называется. Заебись. Этот... Папапам. А есть кто-то, кто инжу выкачал? Я выкачал. О, раз ты... Слушай, а ты этот можешь потом хламобота поставить или Дживса? Вот у меня есть. Хорошо. А раз ты не думал холипалом себя сделать? Блять, я что-то думал, но единственный минус, что я ни разу не хилил в жизни, блять. Ну я тебя научу. Делай холипалы, и ты принес статик. В десятку. Ну так шмота же вообще ноль. Ну хуй с ним, блять, выбьешь. На коняк, если 25-ку надо будет, холик, я зайду. О, подожди, Ген, а что, у тебя холипал там? У меня есть, но его наделать. У меня шмот, но без чарок, без камней. На шмот собрал. Угу. Кадыров, Миш, ты тут? Да. Покажу. Этот, Миш. Ты скажи мне, что у тебя вообще по графику работы? Бля, ну на следующей неделе мы долго собираемся. Я буду уходить на работу в 21:30 в Москве где-то. Ну или просто... Поэтому хуёво. В 20 по Москве будешь уходить? 21:30. 21:30. Типа здесь РП стоит на 19. А это всю неделю или на выходных? Да. Ну, на выходных я дома, но это будет всю неделю, а на следующей неделе у меня вообще, типа, я не буду появляться. Я буду уходить в 13 по МСК и буду приходить, ебать, в 12 по МСК ночью. Но на выходных ты будешь? Да. Ну, короче, смотри. Так, Войд, тогда на выходные давай мы не будем 25-ки влеплять. На этот... На воскресенье ты имеешь? Ну, суббота-воскресенье, да, без 25-ок. Вот. О, там Шакит зашел. Можно брать. Обязательно надо совушку нашу взять. Вот, короче, на субботу-воскресенье 25-ки не ставь. У меня тогда будут десятки суббота-воскресенье. Десятки будут. Ну, блядь, Накс, ОСК, 10 плюс 3 и этот... Ну, плюс 2 пока. Так это же можно в один день все закрыть. Ну, так вот, я же тебе говорю, я тебе просто на 2 дня, на всякий случай, пока еще Малигаса потом изучат ребята. Короче, ну, это... Ну, в воскресенье. Ну, давай ты и в субботу будешь стараться, как бы... Ну, типа, если ты предложишь работать, я пойду работать. Я тебе предлагаю работу в нашем статике за бесплатно. Да, моя жена не оценит такую работу за бесплатно, нахуй, в вашем статике. Ну,
Суббота-воскресенье, ты, короче, ты мне нужен в субботу-воскресенье. Если ты готов заходить в субботу в 8 и в воскресенье в 8 и рейдить с нами, то заебись как бы. Просто у меня минус маг. В это воскресенье 8 я, если на час. Ну, типа, я, мне завтра на работу уже выходить, как в 9.30, по-моему. Ну, подожди, так завтра же, блядь, воскресенье. Ну, вот так вот. Типа, у меня начинается с воскресенья работа. А в пятницу я прихожу утром, ну, и, типа, выходные. Допинаю. А, у тебя пятница, суббота получается, да? Да, когда я, типа, в ночь работаю, у меня с воскресенья начинается. Я понял. Ну, типа, я буду заходить, там. Если будет место, то я буду вылетать, а если не будет, то я не против. Все. Я понял, ну окей, с этим разберемся. В общем, короче, либо Растрос, либо Гена, что-то делайте с спеком, и, в принципе, тогда добро пожаловать. Потому что хольпал мне нужен. Не, я говорю, 25-ку только. Да, понял. И то пока на этот контент, мало ли там что-то сказать дальше. А в дальнейшем я как планировал только шамом бегать. Что по шамам проблемы. Всегда бывает. Ну, окей. Окей, в общем, раз сделай тогда успех улипало. У тебя как с онлайном вообще? С онлайном я работаю, ну, грубо говоря, до 6 по МСК. В 7 часов уже готов рейдить. А, да, точно, я же тебя спрашивал. Ну все, хорошо. В общем, тогда, да, делай потихонечку успех. Я тебе расскажу, что там и как. Ты мне знаешь еще что скажи? Я тут с Содиумом мы общались. Он говорит, у него десятка какая-то будет своя. Но я вот не знаю, как там я впишусь, не впишусь. Как насчет медведя, если к тебе пойти? Будет как-то там вариант? Ну, или хотя бы первое время медведя, а потом, типа, я не знаю, или сова, или друг, ну, без разницы. Либо кот, хуй знает. Там, наверное, кот, потому что нету бафа 5%. Ну, 5% и Мишка дает. Ну, как бы да. Ну, подожди, в принципе, ну, если ходить без мага, свитками интеллекта... Нет. Да. Чего нет? Правильно, топи за меня, давай, топи. Ну, они такие же. Ребят, нет. Давайте сумуньте, кто тут ближе к мобам, и других ребят, и будем чистить трэш. Чем мы стоим дрочим? Мы без трех человек можем, блядь, пойти убить трэш и уже в этих играх настоять. Это да. Сейчас, братан, это убьем. Потом, блядь, мы одного босса будем убивать еще полчаса. Так, точнее так, типа, сказать. Тем, кто еще ни разу не был. Ты, короче, подумай, потому что... Знаешь сам, мне с тобой будет ходить вообще, как бы это самое. Я люблю, когда кто-то РЛит, а я, блядь, нихуя не делаю. Все так ну, любят. Это понятно. Ладно, короче, я подумаю, поразмыслю, что с этим можно сделать. Ну, плюс, как бы, в перспективе все 3-4 спека друида я играл, там проблем не будет. Ну, либо как вариант, сразу потихоньку собирая Эрдру, будем ходить Эршамплю с Эрдру, без холика тогда, бля, я хуй его знает, надо, короче, думать, ротировать в башке что-то поменять, я подумаю, прикину и скажу тебе. У меня будет так, я так делать буду такой же состав, как и на X3. Примерно такой. Ну, тогда тебе в идеале как раз он будет Мишкой. Отлично зайдет. Так, а вы не через Вара, а через второго друида. Ну, Эрдру и Феррал. Сейчас я закрою, устаканится более-менее. Посмотрим, что-то как. Это пошли, уже все тут. Ну, кроме Ваза, блядь. Ему сумму отправил. Ну, поехали. 4 хила тут. Что, хлепал вниз? Сейчас кем вниз. Я смотрю, ты его сразу в гильдию переманил. Ну, он что-то там пожаловался, что онлайн, что-то не онлайн.
что типа сейчас выходные, а там хер его знает. О, прикольного вара нету, да? С нами заебись. Ой, там если что-то будешь это в DC писать, то пиши на вот этот Discord. У меня телефон пизда пришла, я пока без телефона. На капустку, да? Ну. Бать, капустка секретная. Короче, через телефон жены, да, сидишь? Ну да, сейчас сижу. Да, моему пизда пришла сегодня, короче. У меня с зарядом проблемы были. Вот. Ну, решил батарею поменять, вся хуйня, как бы батарею новую, заказывал еще, хуй знает когда. Ну вот. Достаю, а у меня телефон немножко конченый в этом плане. Там, короче, если снимаешь старую батарею, там она под шлейф идет. Двойная батарея, 10 тысяч мАч. Вот. Снимаешь шлейф, и у них брак завода, это то, в том плане, что шлейф, короче, снимается не полностью, кусок там остается, и новый шлейф он не воспринимает вообще. И оказалось еще плюс к тому, что эта батарея по размеру меньше, чем там. Заебись. И в итоге он из старой теперь не работает. Я шлейф достал, а но шлейф этот получается как на кусочек немножко порвал. В итоге не старый, блядь, не работает. Не вас потекел. Тебе еще повезло, я себе поменял телефон. Аккумулятор, и через месяц он сдулся, раскрылся как ракушка. Это интересно, блядь. Ну это, блядь, аккумулятор. Ебаные айфоны, блядь. Тебе еще повезло, да, я взял айфон, он зимой не работает, нахуй. Ну, я ж тебе, так это айфон, блядь. Пиздец, блядь. Чисто, знаешь, минус 20, нахуй, все, телефон можно уже не звонить, блядь. Достал из кармана, замерз. Так, а это просто аккумулятор, ну, уже, ну, быстро садился, ну, так на айфонах. Не очень резвый, такой, блядь, вообще. Поменял через месяц, он сдулся, экран раздавило, блядь, все-таки, до свидания. Какой айфон был у тебя? Это пятерка резко была, еще, да, это еще давно было. Я 6S взял, ну, в принципе, я доволен. Не, он у меня изначально новый 5S был, все нормально, типа, потом уже, да, его пришла, как надо, думаю, аккумулятор поменять. Телефон мне нравится, типа, устраивает, блядь. Играть на нем не собираюсь, камера еще нормальная. И как бы, поменял. Пиздец, все, понял. Он до сих пор валяется, блядь. Думаю, все жалко выкинуть. Ну, к айфону хуёво быстро привыкаешь, потом к андроиду сложно привыкнуть. Не, вот, кстати, пиздёж. Не знаю. Я к андроиду быстро. Android, я беру уже на андроид, и вообще не могу тыкать, ебать, там так лагает. Ну, хуй знает, да, я не знаю, типа, как тебе сказать. Как человек, который раньше хейтил, блядь, айфоны, нахуй. Ну, в данный момент, вот в данный момент, если брать, типа, ну, баш на баш, блядь, типа, новые телефоны на Apple, и, допустим, ну, Xiaomi, блядь, ебать, возьми, нахуй, такой же будет. Такой у меня, я сейчас с ним хожу, блядь, алло, нахуй. Только дешевле, блядь. Ну, да, а если взять какой-нибудь Samsung, то, ну, блядь, это то же самое хуйня, блядь, отвечаю, блядь. Только оно, сука, не садится у тебя зимой, блядь, как ёбать. Да. Я думал, только у меня такая хуйня на айфоне садится, пиздец. Нет, это у них даже на официальном... Чисто 100% зарядки, ебать, на морозе достал 10, блядь, заебись. Блядь, этот... У них даже на официальном сайте написано, что... А ты новый брал? Кто, айфон? Да. Да, айфон 5S у меня был новый. В пизду я восстановленный взял, вообще не пожалел. Ну, блядь. Мне тогда скидку дам знакомому магазине работать. Погоди, Влад, говорит, погоди. Влад! Что там говорил? Да это я не вам, это я капустке говорил, что вспомнить. Блять, вот пишет ФДК в итоге нахуй. Чем ты мне, блядь, пишешь? Не, ДК не бери, там дохуя на токен, ебать, конкурентов. Бля, а тут третий спек можно сделать? Да. Да. Ну, типа двойную специализацию купи и третий дел.
Так, а стоп, а иты могли брать? Че? А иты могли брать? Ну, мне покупай нужно... за голду. Где? Ну, у этого тренера за голду продают. 25 голды, по-моему, стоят эти. Лоу! Не знаю, у меня на X3 уже там 500 с хуем с рулетки, так что... Типа, вообще не парит. Да не, и этот минус, типа, только... минус в чем? То, что ты, по-моему, не можешь в инсте менять. Типа, ты должен только менять там где-то, блядь, Долоран или где-то. Хуйня. Да забей, эту рулетку ведут, ебать, через неделю максимум. Ну, ведут рулетку, там, я не знаю, что они туда ведут, типа, ну, что они туда... ОД, Honor, что еще ведут? Что еще, блядь, здесь популярно? Кристаллы? Этот, сундук, да? Да, но... и сундук. Ну, может, еще здесь, по-любому, на X3 какую-то хуйню фичу ведут, типа, блядь, пиздатую. Здесь так не будет, типа, без брюлей, без всего, потому что нет смысла. Какой-нибудь ведут, не знаю, апнутую полирольку, типа, пиздатую, и все. Ну... Полиролька, блядь, ну она ж потом уже будет. По-любому что-то ведут такое редкое. Ну что-то интересное, мне уже кажется, что они больше что-то визуального добавят. Типа а-ля трансмут какой-то. Ну, типа смысла нет здесь людям донатить, блядь, в кристаллы, нахуй, в ап, хонор, блядь, вообще смысла. Они сейчас заебись, бабок поднимут, знаешь чего? С того, что объединили X3 и X2. Ну, там челики уже с 3 карты бегают 286. Ой, дай ассист капустке, она сейчас ханта возьмет 204. Нам Эрдру нужен, в принципе, какой? Хант. Он, а вчерашнего ханта давайте возьмем. Пуджа? Я пуджа взял, а где пудж, Владик? Да где, блядь, спит, походу. Вчерашний хан чисто зарешал. А его штабами, сука, отделили. Блять, еще бы ОВНД взять, конечно, но его нет. А, кстати, там... Два же не берут духовных протопала, два созвучия. По-моему, один талант кидает. В прот? Духовные созвучия? Да, да, да. Это он... Ну, та, которая хилит тебе вот этого? Хилит типа... тебя больше резает ману от входящего противника. Да, тас два берут. А, там ну, зачем? Там одного. Ну, в данный момент сейчас маны мало, потому что он толком не парирует, типа, за счет своего этого. То есть, ну, лучше в два сейчас взять. Когда он уже начнет нормально блокировать своим этим. Ну, блокировать, но уже нормально начнет, то можно, конечно, в один взять. Типа, сейчас лучше в два. Поставьте это. Пока метки поставьте, блядь, пока стоим. А ты на себя всегда вешаешь щиток вот этот свой? По-моему, там щитка хватало мне. Ну, плюс клятва еще есть. Да, клятва я бесконечно, но тем не менее, мне иногда не хватает. Вообще, по жути не хватает поначалу. Этот, поясните, вот вы сейчас метки поставите, да? Мы стоим, лава прокнула, я бегу в другую метку. Останавливаюсь, лава прокнула, бегу в другую, правильно? Ну да. Но я что-то всегда умираю почему-то, блядь. Там типа запаздывает, что ли, моделька? Не, мы, короче, бегали туда-обратно, ну и типа проходила эта хуйня. Я в десятке пробежал туда-обратно, такой думаю, ну все, заебись, пробежал, ебать. И понял, останавливаюсь, и меня убивает, нахуй. Оказывается, надо было два раза туда-обратно бежать. А, Пал, а где твои камни-то нормальные? Ты обещался сделать к сегодняшнему дню нормального. Ну да, кредитную защиту это вообще жесть. Нет. Выносливость. Я кажу, это жесть. И алкашные камни нормальные. Чарок нету. Вот. Есть синие камни, я ему наделаю. Ну, типа здесь уже голду хуй нафармишь. На старте, когда я фармил. Я нафармил дохуя голды на травы, потом вели БС, блядь, и травников пиздец развелось. То же самое с водой, блядь, и прочей хуйни. Ты Гариус, а сколько у тебя защиты? Вот с этими камнями на Д? Там шмот залупа.
Ты да, это... там что-то... А, лол, что? Ну, там мета... Кстати, дозы X5 не ведут через полгода, нихуя. Сейчас у них будет 2 реалма. Максимум, чем они заманят людей, это ДХ, ебать, через год. А, и ДХ они не ведут, потому что им ветку таланта надо переделать полностью. Ну, с их бабками. Ты знаешь, сколько они заработали денег на X4 за неделю? Плюс-минус. Да, блядь, чекаешь, блядь, сколько же, блядь, сирусяне заработали? Да не, типа, ну, типа, они заработали где-то лямов 15 на X4, типа, просто. Я охуею, откуда столько можно заработать? Тут челики, блядь, вкидывают, я ебал сколько. Только толку от этого. Да, если ну, в смысле, толку, могу... если ты чисто коммерсант, блядь, хуй, 15 лямов за неделю. Ну, раздай зарплату лямов 5, блядь, 10 лямов чистые твои. Не, я имею в виду на чем? Что? Ну, в смысле, все вот эти вот коммерческие сервера, они живут на поставках, ну, на платной подписке, грубо говоря, там, типа, вот этот, блядь, за БГ, который хуйня, апать уровни, и за кристаллы, вот этот, блядь, за поставки. Так, а тут-то нету на X4. Ну, здесь зато есть этот, блядь, Royal Pass, типа, местный, который, типа, за БГ апать. Там все вокруг этого турнира крутится, да, там призовой фонд какой-то, 2 миллиона или что там. Да, это 2 миллиона для них, это полная хуйта, забей. Они ввели X4 чисто из-за того, чтобы перегнать циркуль на X1. Но я даже не представляю, чем циркуль X1 будет, блять, вообще, типа, блять, людей переманивать. Да хуй знает чем вообще, блять. Кстати, ну, тут самое, типа... Циркуль, типа, после Сируса только начал шевелиться, потому что появился конкурент. Начали вот эти пахалки водить хуйню полную. Угу. Вообще не понимаю смысла тамошних и пахалок, блять. Падает сундук в Наксе героическом, и в нем шмотка 264 падает. Вот бред, блять. Не, ну, типа маунтов на фарме же эфириальные монеты и все. Короче, челики, которые уже старые, они прохавали эту хуйню, кто был на X1, там, на X2. Типа, что они вначале там, ну, ты играешь на X4, допустим, ты сейчас будешь донатить до хуя. И потом тебя просто, блядь, через хуя прокинут и ведут новый реалм. Да, вот, есть чел. Вот челик суперварчик есть. У него было 3 бисвара на X1, на X2 и на X3, ебать. Просто там первая ката, блядь, фулл брюли. И их просто сейчас в один объединили все. У него сейчас 3 вара, блядь, битсовых на одном реалме. Ну заебись чё. Заебись чё. Охуенно, да? Типа один фурик, один протик, один, блядь. 3 спека у пацана. Не знаю, я, блядь, на X2 играл 3 танками, там, ДК, Мишка и Протовар. И всех с нуля одел, без донатов, без всяких, не знаю, сколько, за сколько, за год, наверное. Ну, фулл брюли? Какие брюли? Нахуй мне эти брюли? Не знаю, вот брюли такой, типа, поставки я брал на Ханта на X2. И у меня на Рогус, типа, с одиночной, блядь, с этого квеста падало больше брюлей, чем на Ханта. Ну, кстати, за 3 года игры на X2 на паладина упало 2 брюля. За год или сколько я там проиграл на X3, упало на медведя 5 брюлей. Сейчас я переношу его на X2, у меня уже 7 брюлей. Вау! Ну есть. Они сейчас типа сделали какую-то новую рулетку, типа, я хуй знаю. Типа шанс там, блядь, увеличен. Не, когда они новую рулетку сделали, я уже ушел с X3. Ну ты же типа круче все равно, там по одиночной хуйне. Не, я типа уже не крутил хуй, насколько не захотел, нахуя. Ну ты прикинь, там челики на X10, ебать, на раз в 10 больше донили, чем остальные. Ну да, кстати. Сейчас играют, блядь, 8-6 онлайн. Ну, когда на X2 ведут вот этот контент, который на X10, хотя вряд ли они их сравняют. Там же не было, типа, капа реса, вот этой хуйни. Ну да. Да, там, типа, вар чаржится, у тебя пол ебла уже нет вообще.
Не, дозы. Кстати, блядь, зря ты говоришь, если у него, допустим, хуй знает, он месяц зарабатывает 20 лямов, не ебать ему 3 ляма на игру вкинуть, это как тебе 1000, ебать. Типа ему вообще похуй. Вот в эти там, типа, игры на телефонах, там, типа, папка, блядь, там же ебать люди донатят просто на скины. Блядь, это как в начале на X3 было просто жесть. Челики, опять 80-й, доната нет, но зато рулетка доступна. Блядь, полагрим, ты даже не представляешь, ебать, 20 лямов в месяц. Это... Для некоторых это вообще ни о чем, блядь. Что, 20 лямов? Я ними потираю каждый день. Да, блядь. Да в смысле, вот смотри, дозы, я тебе про что говорю, у тебя вот родители зарабатывают там 100 лямов в месяц нахуй, да, они тебе просто, знаешь, дают ебать там на камраны расходы, блядь, 10 лямов в месяц, с нисхуя. Вот и тебе там 15 лет ебать, и ты играешь там вов ебать, да. Если ёршик в туалете за 1.5 ляма, блядь, что ты хочешь? Да, сам себе жопу подтирает ебать, чисто посрал ебать, он тебя подтер. И держатель бумаги тоже там нет, по-моему, за лям. Нормально. Кто сейчас стоит, ничего не делает. Сходите фаску купить хотя бы. У кого нет. Ты про что? Да я тебе говорю, лакаем, типа, блядь. Типа, вот ты сейчас русский, да, допустим, белорус, украинец, грубо говоря, СНГ, играешь здесь. Здесь играют челики, ну, допустим, которые переехали в США, блядь. У них зарплата раз, блядь, в 10-20 больше, чем ты, и им вкинуть, блядь, типа, эту игру вообще ни о чем. В принципе, я думаю, можно... Хейгана пока вот так попробовать. Ну да, персонажа хоть. Лакрин, я тебе условно сказал 20. Кому там должен был хлонобот ставить или нет? Да нет. Поставь. Спасибо. Ребят, почините да, сейчас заранее. Вот хлонобот стоит возле ступеньки, возле большого медведя. Ты вот просто зайди, допустим, в топ донатеров, которые бонусы вкидывают, там челики вкидывают, ебать, по 100, по 200 тысяч, ебать. Просто не схуя. Челики, которые донатят и при этом еще охуенно играют. Вот это мега крутые челики. Играл с одним таким. А бывают челики, которые донатят и тупые как пробка, короче. Ни тактику не делают, нихуя. Просто нажимают 1-2-1-2 и спини еще на это текут. Зачастую они нажимают чардж быша, так тебе скажу. Я сам так. 2300 это не рублей, а бонус 23 тысячи. Просто кто играл на X2, блядь, они там тринки 290 стоят так же, как здесь 213. Я синхуя не буду донатить 213 тринки, блядь, по 2000. Что? 290 тринки? Ну не 230 бонусов стоят, ну 250. Ну да, 3000, ебать, чисто 290. Чё, так будем бить, Влад, да? Хули дел. Да, я думаю, давай так пойдем, да, чё. С ним. У нас единственное, что может на келе ДПС не хватить. Вот хиба тоже будет тяжковато в минус 2 ДД. Да там главное, чтобы захил был на фу. Бля, дайте мне камень, пожалуйста, я все равно умру, блять. Ну, у нас 4 хила как бы есть. 4 хила этого достаточно. На Хейгана этого достаточно. Ну, на нем посмотрим. Рыба стоит. Давайте рыбку. Фласку какую? На ап или на саппорт пить? Саппорт тебе не поможет здесь. Тут шотает. Ну, меня не шотает, я жив.
статья на самом деле. Трэш сливаешь и все. Из метки убегаешь. Димон, ты, кстати, на хасту выучил рецептик или нет? У меня есть на хасту рецепт. Ты про вот этот? Нет, нет. Камень. Я сам алхимик. А у тебя какой мастер? Ну, зелий. А, ну, эликсиров, эликсиров. Да, у меня тоже эликсир. Так, а что у нас хан в диске, который нет да, мозга? Да, вроде заходил, я смотрел. Хорошо. Значит, смотрите, ребят, быстренько проширую по тактике. В общем, с пула босса РДД хилы становятся на платформу, там где сейчас Хейден. Когда я иду пулить, вы идете туда. По боссу не вливайтесь особо. Единственное, кто может вливаться, это Рогахан. Напуливайте на Вальтору. Кто-то сейчас на себя меточку поставлю. Квадратик. Напуливайте на меня. Ой, бля, точно, шаман уже шкмелит. Ну, вторая патия будет выживать. У какого пала до доспеха? Ну, Тагариус? Ну, да. Нет, нет. Ну, в общем, смотрите. Получается, в чем загвоздка? Мы вливаемся по боссу. Мили-зона будет переходить вместе со мной. 300 квадратов, от квадрата полумесяцу и, собственно, от полумесяца к трусам. Потом идем в обратном направлении, потом идем в квадратик, и после этого босс будет уходить в центр. Все, пожалуйста, внимательно слушайте, когда я буду говорить РДД, чтобы вы спускались в крест. Четко по моей команде вы начинаете спускаться в крест. Запомните мой голос. Если я сказал идти в крест, значит идете. Если какой-то другой голос сказал идти в крест, забейте на него хуй, не слушайте его. Теперь так, вторая фаза в чем заключается, мы все вместе постоянно бегаем. Вот мы стоим в кресте, когда я сказал, сбежали в крест, все стали в крестик. Стоим в крестике, ждем. В квадрате только прошла лужа, начинаем сразу бежать. Побежали до квадрата, небольшую приостановку, побежали на полумесяц, приостановка... трусы, приостановились обратно в полумесяц, ну также получится туда-назад идем. Хант, обязательно в это время ставишь аспект на вторую фазу, на первую не надо, на второй аспект. Ну в принципе все, потом опять телепортируется, он уже с платформы готов спускаться вниз, он начинает ко мне идти. В это время опять-таки РДД, второй цикл начинается, РДД хилы на платформу ставим. Старайтесь по максимуму не умирать. Ну, я буду стараться отводить босса так, чтобы ты мог дамажить спину. Все. 300 КД? Ну, хуй с ним, кикните его нахуй. Сейчас, подожди, шаману. Мне писал какой-то шаман, но там, блядь, 193-й в твинга шмоте. Да вон в гильдии есть, они, короче, я им писал, а они, короче, квест хотят на лоскутика. А я говорю, делайте в десятке. Они говорят, там баг какой-то, но я им пишу, ну, пошли, типа, чё вам этот, не знаю, вот да это, блядь, ПП, вон, проходите же каждый день. Сейчас, блядь, отпишут, нет, минутку. Там бах мозга, наверное, разве что. Ну да, скорее всего, там бах мозга только.
Там миликов шотает, только если эти долбоебы влетают с пула. То есть там просто надо постоять полминуты миликом в АФК, чтобы второй по агру шел РДД. Все. Или напуливать просто РДД. Просто все, блядь. Да. Да, давай, поехали, похуй. Все, патик-то. А, они идут? Ну. А кто? Хант и Иршам. А, Кемар и Викай. Угу. Ну, этот Хант соизволил наконец-то поиграть, в рейды походить. Этот Хант как был на том КД-195, по-моему, нихуя не поменялось. Я смотрю, они обычно ходят какие-то пятерки. Сейчас это диздам им. Давай, МДИС и погнали. Тагариус, это скорее всего в ПВТ спеки, наверное, было на 200. Они друг с другом, походу, пиздят. Они в ледяной короне. Их мобы, наверное, убивают. Кемар в Дисе? Кемар в Бекане? Пока не заходил. Может, как раз заходил.